Общественность простилась с народным писателем, драматургом, сценаристом, лауреатом Госпремии имени Токтагула Казатом Акматовым. Он скончался на 75-м году жизни. В последний путь известного общественного деятеля проводили его коллеги, соратники и ученики. Вся творческая интеллигенция собралась в Кыргызском драмтеатре, где проходила гражданская панихида. Со словами соболезнования от имени президента выступил глава аппарата президента Темир Джумакадыров. Свои соболезнования выразил и премьер-министр Темир Сариев. Произведения Казата Акматова вошли в сокровищницу национальной литературы. «Две строки жизни», «Архат», «Время земное», «Годы вокруг солнца» и многие другие. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР, легендарного парламента Кыргызстана. Работал главой нацкомиссии по госязыку, успешно сочетал творчество с общественной деятельностью. Казата Акматова похоронили в селе Байтик. Его имя означает «борьбу», и он всю жизнь боролся за честность, справедливость, свободу. Даже когда он занимался общественной деятельностью, он не бросал писать. Писал днем и ночью. Его труды переведены на многие языки. Последние годы он болел, но работал. У него была сильная воля.